А самое интересное, что прототипом куклы Барби была на самом деле совсем не детская игрушка, а игрушка для взрослых. Персонаж взрослых комиксов. Звали ее Лили, у нее была маленькое тельце, большие прелести, большая голова, и, в общем, вот так вот из нее получилась кукла Барби. Да, вот с такой вот завистью Екатерина сейчас сказала про эту куклу, потому что ей тоже хотелось бы ее иметь. Но, тем не менее, у нее работа такая — вести утренний фреш. Давайте смотреть, что будет дальше.